душа в теле находится, а человек в душе. То есть то же самое, нужно понимать, что мы находимся в Боге. Да. Не Бог где-то там, как бы вот такой с бородой дедушка сидит за облаками, сидит, смотрит на нас. Нет, это как бы мы находимся в нем, и мы не сможем никогда его понять. Это все равно, что как рыба пытается понять океан и так далее. То есть можно много-много аналогий приводить, и то, что и так уже много перенаписано, так скажем, да. Поэтому просто нужно понимать, что мы в нем находимся, и мы развиваемся все вместе. То есть любое чудо — это то, что мы сами делаем. Это наш труд, это наши мысли, это энергия, это и вселенная, это все. Но это все материально. И Бог, и ангелы, и кто там мог быть. Любая мысль — это все материально. То есть просто нужно понимать это, то, что насколько мы будем идти к свету, то есть настолько оно и будет к нам тянуться. Поэтому самое главное — это немного взрасти в себе этот и понимать, что в нас есть эта огромная сила. Когда я говорю огромная, это на самом деле очень огромная сила, которую просто нужно правильно куда-то направлять. Это в наших силах, в нашей голове.